Ребята, я скачал ой, GTA. Я скачал Minecraft PPS SPP Edition. Ну, тут два Майнкрафта, но я вот... Смотрите. Вот настоящий Майнкрафт. Майнкрафт PSP. Вот. Тут он работает, вот весь. А сам прихерел. Вот, Майнкрафт. Давайте нажмем одиночную игру. Это сложно. Выбор мира, но тут мне походу нет мира. Создаем новый мир. Создание нового мира. Сейчас вы посмотрите. Что это... А, еще я в трусах. Вот. Но что-то мы всегда вот здесь вот приземлились. Так, ну, короче. Подождите. Так, вот. А, ну это чтобы передвигаться, пока ты куда был. А вот эти вот кругляшки. Ну вот. Уворачивать всю башку. Здесь вот смотрите на эти вот квадратики. Вот. А, кнопка Select. Вот. Старт. Ни за что не отвечает. Точнее, вот это вот ни за что не отвечает. Старт. Меню просто из ПК. Просто из ПК. Ну, я не знаю, как это вообще как реагировать, ну, потому что это ПК-версия. Ну, смотрите, вот этот вот L. Сейчас. Вот давайте L. Он ломает блок. Подбирает охерительно. Отлично. Но как-то по своему управлению настроить. Если вы все-таки хотите поставить блок, это вот сложнее будет немного. Берем землю, нажимаем на R. Вот. Нажимаем еще на R. Чуть не вылетел у меня. Ну вот, короче. Такой вот Майнкрафт. Кому понравилось, ставьте лайки. Может, я кину ссылочку. Рабочую, никак вот. Дебильных шкалеров, типа меня. Ну, короче, смотрите, вот тут прям настоящий тут свой, типа, текстур, баки есть. Ну, у меня обычный текстур, там, херня всякая. Ну, короче, если хотите, я могу скачать. Ой, да, я могу скачать. И тогда я вам будете тоже играть со ссылкой на такой вот PSP Edition Minecraft. Здесь нет травы. Вот, здесь точно нет. Вот, я даже показать хочу. Ладно, не буду показывать. Ну, короче, всем, кому понравилось, ставьте лайки. Это действительно видео крутое на моем таком телефончике. Смотрите, какой телефончик обосранный. Я коплю на него. С вами был Данек Пенек. Всем пока!